Всем здравствуйте, дорогие друзья! У нас уже послеобеденное время. Мы сели с Настюшкой пить чай. Я буду пить чай, сделала себе с лимончиком. Вот. И буду кушать йогурт, и Настюша тоже будет кушать йогурт. Мы сегодня вдвоем дома, Сережа на работе. После работы поедет маму с бабушкой на дачу отвозить. Так что мы сидим вдвоем. Я сегодня целое утро снимала в Инстаграм, в актуальное добавила. Можете посмотреть такие полезные покупки для ребенка. Именно снимала то, что мне было очень необходимо. Вот когда Настюша только родилась, когда росла. Вот, так сказать, самые топ, самые полезные покупки. Так что обязательно посмотрите, много чего интересного. Мне после этого девочки начали писать. Там некоторые, ну, кто пишет, кому что понадобилось, кто кому что нравится, не нравится. Ну, я считаю, сколько людей, столько и мнений. Да? А? А мы перебрались в эту комнату, сидим сейчас. Я Настюша рассказала про овощи. Занимаемся вундеркиндом, чемоданчиком этим, вундеркинд с пеленок. Рассказала ей про овощи, про птичек. Вот, дала ей пару карточек, так она сидит в кроватке сейчас с ними, играется. Вот, а так посмотрела, что уже по возрасту надо и буквы начинать, и цифры уже показывать, а мы их еще не начинали. Мы уже вот эти все карточки прошли, и цветы, дикие животные, автомобили. Эти вот, кстати, я не помню. А, это счет, мы счет тоже еще не проходили. Морских обитателей, насекомых, фрукты, здесь профессии, цвета, музыкальные инструменты, деревья, ягоды, домашние животные и природа. Все, мы их уже вот эти вот все проходили. Единственное, что вот мы не начинали еще буквы и цифры. Вот, они написаны, кстати, с 6 месяцев. Но я, кстати, в 6 месяцев я буквы открывала. Упаковка вскрыта. Я пару раз ей показывала. Вот сейчас хочу сложить все на место. Она все тоже с карточками там играет, перебирает. Так что надо уже начинать буквы и цифры рассказывать. Вот. Классный чемоданчик вообще. Вот у них, кстати, я почитала в инструкции, такая книжечка шла, что если вдруг у кого-то нету возможности приобрести вот этот чемоданчик, то на сайте просто вот там набрать, я даже набирала, смотрела, вундеркинд с пеленок скачать. И там просто вот все вот эти же картинки, вот эти все полностью. И если есть доступ к принтеру, можно, ну, распечатать. То есть все есть в цифровом варианте. Так что очень удобно, молодцы. Вот авторы, кто это придумал. Очень удобно, потому что, кстати, вот я смотрела, что мы когда хотели купить этот чемоданчик, что практически там буквально на 2 или 3 сайтах только эти чемоданчики были, а так нигде их не было. Там в кроватке я ей положила, я, кстати, одела байку сегодня, потому что мне так холодно было вообще. Думаю, потеплее. Сверху сосед начал сверлить.
Сосед бррр делает, да? Бррр. Надо как-то держать себя в руках. А я еще почитала, что это с арахисовым маслом. Я так мечтаю. Все, достаю. Мечтаю с арахисовым маслом тосты. Вы слышали? Мама, да? Она наконец. Ты моя девочка, ты моя крошка. Боже, у меня аж сердце встрепенулось. Моя, ты сказала мама? Мама? И так четко она все время говорила баба, папа, баба, папа. Я все время говорила, вот буквально вчера. Моя ты крошечка, достаю, достаю. Так, а мы перебазировались в эту комнату. Я взяла бананчик, серебряную ложечку. И Настюше соскребаю, даю ей пюрешко. Мультики включили. Смотрит. А? Я тут тоже, я, кстати, тоже так люблю мультики вообще. Не знаю, мне кажется, при просмотре вот таких вот, ну, детских мультиков, именно вот таких для самых маленьких, просто, мне кажется, мозг даже расслабляется, ни о чем не думает, и отдыхаешь даже под них. Я наконец-то добралась до телефона и оформила доставку на сегодня с 6 до 20.00. Так что будем ждать. Отгадайте, что мы с Настей делаем. Мы взяли туалетную бумагу. И, короче, сидим, ее разрываем. Она так смеется. Так, мы тут позанимались. Вот сколько бумаги нарвали. Настя сейчас взяла мышку. Лежит тут, играет. Я сейчас это позвоню. Позвонил только что доставка. У нас доставка с 19.00. Сейчас 18.10. Но он сказал, что может в течение 30 минут подъехать. Так я говорю, нормально. Пока мы еще не спим. Так что сейчас, наверное, пойдем кушать. Вернее, Настюша пойдет кушать, я, наверное, попью таки кофе. Вот, так. Настя, ты за ноутбуком, да? Ты работаешь? А я поставила греть блины. Уже, кстати, можно выключить. Думаю, с кофейком можно и блинчик. Обожаю блины. Вот, и сделала себе кофе, и хочу в кофе добавить куркуму. Очень полезно пить кофе с куркумой. Да, а еще в кофе очень хорошо добавлять щепотку соли. Это надо для того, чтобы кофе полностью раскрыло свой вкус. Мама так постоянно пьет, будь здорова, подтвердила. Но я как-то не очень люблю. Ну, соль не добавляю, но мама добавляет, говорит, очень вкусно. Кофе сразу полностью раскрывает свой вкус. Я вот куркуму добавлю. Немножко. Класс. И блинчик. Я рукой без сметаны так. Налила Настюше чаек. Вот такая баночка, это чико. На итальянском чико, на английском кико. Очень, кстати, удобная. Вот эта вот соцка сделана как под натуральную грудь, короче. Так. Не, надо еще, чтобы остыло немножко. Все, будем ужинать, так что всем приятного аппетита. Приехала доставка, пойду их сейчас встречать.
Здравствуйте. Это я для своего блога снимаю. Ну, я вас не буду снимать. Так, чисто. Угу. Всего хорошего, до свидания. Все. Сейчас антисептиком руки обработаю. Сейчас покажу, что мы купили. Вот такой вот наборчик детский. Какая-то фирма Happy Baby, белорусская. Я такую, честно говоря, даже и не знаю. Вот такие трусики, подгузники Pampers Premium Care. Так, сейчас я это сразу помню. Взяла себе маску для волос, вот такую, против выпадения волос. Какая-то Selfie Lab. Не знаю, что это за фирма такая, вот именно против выпадения, потому что у меня волосы очень сильно стали выпадать. Поэтому так. Так, затем салфеточки такие взяла. Детский крем. Обычный такой вот лисичка. Он очень жирный, именно вот хорошо для массажа. Так, взяла две кашки новые. Тыквенно-яблочно-морковно-рисовая и овсяную с бананом. И вот такой еще взяла хлеб для тостера, пшеничный с отрубями. Хэрис. Завтрак, ланч, перекус. Вот и все. Все, дорогие друзья, мы идем принимать водные процедуры. Так что увидимся с вами завтра. И всем пока-пока.